програми «Кухні Рокко». Любиш борщ та деруни? Купи кухню для жени. Партнер програми – торгова марка «Добра хата». Ми завжди раді вас вітати. Мережа супермаркетів «Амстор». Ділаємо жизнь вкусніє. Вітаю вас в ефірі програма «Смачного». І сьогодні у нас в гостях неймовірно поважна гостя. Заслужений лікар України, депутат Запорізької міської ради, а також головний лікар гордості нашого Запорізького краю і України взагалі клініки «Моторсіть» Людмила Іванівна Загородня. Людмила Іванівна, я неймовірно рада вітати вас на нашій кухні. Спасибо, Юлечка. Я теж дуже рада, що наша зустріча состоялась. Ми так довго о ній говорили, да? І постараємося сьогодні не тільки приготувати, забути о всіх регаліях, а просто бути хорошою, доброю хазяйкою і в хорошому настроєнні, спробувати створити модне нині блюда. Ви постійно займаєтеся суспільно вагомими справами, але ви ще й дуже гарно готуєте, я знаю. Що сьогодні ви навчите наших запорізьких домогосподарок готувати? Сьогодні буде у нас, ми постараємося зробити три блюда. Перше, саме простое, це форелька, яку ми запечемо в фольге з лимончиком, і вона буде сама по собі готуватися. Більш складне блюдо буде теплий салат з печенью гуся. І саме пік сезону тирамісу. Солодка страва, о которой всі говорять. З чого розпочнемо, власне? Давай мені противень і фольгу. Угу. І оливкове масло. Так, тримайте. Так, спасибо. Я так розумію, ми розпочинаємо з рибки. Да, так, ми зараз її відправимо, щоб вона там процес жарки у нее происходил, а мы будем заниматься всем остальным. Нам надо будет лук и лимончик. Ты будешь мне миленько-миленько лук. Я знаю, что ты специалист по луку. Я же навіть не плачу. Ви постійно займаєтеся важливими справами для нашого міста. Чи вистачає взагалі часу на домашні справи? Ну, а куди їх дівати? Звісно, вистачає. І, як би скажу, що, наверное, приготовлением я знімаю стреси, я піднімаю себе настроєння, тому що, якщо я вже починаю готувати, це значить, що ко мені прийдуть гості, що ко мені прийдуть діти, внуки, що дом наповниться сміхом. Тому все нормально. Готовлю достатньо часто и как бы стараюсь, чтобы блюда были разнообразные. Много сейчас, то есть если раньше все это надо было доставать специальные книги, рецепты там переходили, переписывались в тетрадках, в девичьих дневниках, то теперь, боже мой, открывай интернет. А цедра – это для тирамису, так? Для тирамису. Угу. А другу половинку цибулі я також нарізаю? Давай нарізаю. Угу. Знаєш, на мій взгляд, що лук ніколи нічого не спортить. Такі блюда, як м'ясо і риба, чим більше лука, тим виходить сочніше і вкусніше. Під вашим чітким керівництвом клініка «Моторсіч» стала однією з найкращих на Україні. Спасибо большое. Це ми знаємо, але ви також збудували ще дуже міцну сім'ю. Спасибо большое. У вас двоє синів є, так? Хлопчик і хлопчик, знаєте, як ото? Да. У служебному романі. Двоє дітей, хлопчик і хлопчик. Вони живуть зараз окремо. Звісно, вони вже взрослі. Дві замечательних невестки, три замечательних внука. Два мальчика, одна дівчинка. Внуків, звісно, маловато. Хотіла б, щоб внуків було побільше. Часто влаштовуєте сімейні вечері? Можливо, є якісь традиції сімейні? Ну, без сумнення, як в кожній сім'ї, звісно ж, є традиції. Звісно, всі дні рождення, звісно, Рождество, звісно, Новий год, звісно, якісь знакові события, ну, іменини дітей – це взагалі ж давній конкурс. Затем є такі дати, як день свадьбы, уже теперь у каждой семьи, да? И вот мы стараемся, чтобы это все было как чаще, как можно больше общения. Давай мы пока с рыбкой, чтобы мы так, закончили. Цибулька, да? Уже готова? Лучок готов. Теперь я делаю такие тоненькие надрезики, потому что на самом деле форель – замечательная рыба. Это совершенно беспроигрышный вариант. Ее готовить – одно удовольствие, ее невозможно испортить, ее невозможно сделать невкусно. Дальше мы выкладываем лимончик. Я ее с вечера вымыла.
мало ледяной водой холодной, угу. да? Затем посолила, поперчила. Мне сейчас очень нравится белый перец. Не знаю почему, но вот какой-то такой вкус перца кажется немножко нежнее, нежели темные перцы. И приправу для... так, косточки мы... Куда бросаем? Сюда складываем. Приправа для рыбы. Вот я ее натерла много. Будь-якую приправу можно так, у супермаркете для рыбы? Ну, стараюсь такую по, это самое, получше выбирать. До рыбы тоже они бывают разные, но сейчас их настолько много, угу. что, да, вот бывает не попадешь, но сразу тогда и выбросишь. Но обязательно, чтобы был и перчик, и укропчик, и корень имбирь, и вся там, может быть, и мятка. Ну, в общем, все, чем больше, тем лучше. Давай, отправляем так, в духовку. Так, можем уже отправлять из духовки, так? Да. Духовка нам... у нас на сколько градусов? На 200 градусов. И минут на 20 мы потом будем за ней посматривать. Добре. Відправляємо. Сейчас мы будем делать теплый салат. Ага. Я буду вам допомагать, мне також брати дощечку? Да, конечно. Но мы же так замахнулись, столько блюд. Я тебе покажу, как это делается, да? Вот так вот я ощущаю этот баклажанчик. Угу. Ну, а кабачок, пожалуй, я не буду стричь, потому что он очень славненький. Теперь смотри, мы режем так, чтобы у нас получилось, ну, где-то до сантиметра, 0,8 сантиметра. Вот такая угу. вот толщина нашего овоща. Так. Сейчас у меня пошла кривая линия якась. Да? Давай я тебе помогу. Давай, я эти уже порезала, ты мне теперь... Не, нормально. Нормально. Теперь мы их делаем такими ровненькими и красивыми, ну, как типа соломкой, да? Угу. Взагалі, ваше рідне місто – це Корець, Рівненська область. Нет, я там только родилась, и, ну, как после, по распределению мои родители после окончания медицинского института там работали, ну, как распределение, правильно. Угу. И я там только родилась, и потом они... ну, фактически сразу переехали в Полтавскую область. И если говорить о том, где мое детство, школа, юность, до поступления в Киевский медицинский институт, я жила в очень славном, очень, очень прекрасном, очень милом, очень интеллигентном украинском городе Лубны. Так что, как бы, все особенности национальной украинской кухни я тоже могу исполнить. А як ви в Запоріжжя потрапили? Із Київського інституту, уже там після третього курсу, я перевелась, тому що батьки повинні були сюди переїжджати в Запоріжжя, потім у них це не вийшло, а я вже перевелась, і тому закінчувала я вже Запорізький інститут. Угу. І тут ви познайомилися зі своїм чоловіком? Звісно. Ваші сини пішли ага. вашим шляхом? Чи... Ні. Вони працюють? Я сподіваюся, що внук, старший внук, піде моїм шляхом, тому що він вже от зараз дуже цікавиться анатомією. Прямо, він тільки в першому класі. Але, щоб вам сказати, на відпочинок дитина бере книгу по анатомії. Це о чому-то говорить? Навіть я в своєму дитинстві не відрізнялася таким рвенням до медицини. А хлопці не пішли. Якщо б хтось із них проявив таке бажання, то без сумнення, що я бы их поддерживала, и я бы была рада, если бы кто-то из них повторил мою профессию. А так они закончили университет, эти все международные, менеджерские, банковские, у них уже по два образования, хороший английский язык, ага. современные, молодые, деловые люди. А вы когда зрозумели, что вы лекарь? А я, мне даже не надо было зразуметь, у меня этого никто и не спрашивал. И как-то так, я же родилась в семье врачей, как я сказала. У меня и папа, и мама были врачи, и причем очень хорошие. Особенно папа, он тоже был заслуженный врач Украины, он был таким славным оператором, другом Шалимова. Но...
как бы меня никто не спрашивал, буду я врачом или не буду, но если меня там с 3-4 лет негде было оставлять, и я ночевала вместе с родителями в больнице, то как бы все было понятно, что я должна стать врачом. Угу. Так, значит, мы сейчас будем сюда для нашего теплого салата, мы будем опускать овощи, только мне еще надо соли. Вот последнее время как бы много говорят... У вас здесь восьмерка, девятка последняя. Ага. Много говорят о том, что соль вкуснее, крупную соль брать. Угу. И, наверное, правда, в этом есть какой-то смысл, потому что вот тогда чувствуешь вкус овоща, а потом такая солинка попадается. И для рецепторов языка это как-то, на мой взгляд, приятно. Так, потребна соль. Да, мы не солим сами овощи, а мы соль бросаем на сковородочку. Ага. Да, и вот тогда как-то получается, ну, немножко по-другому. А что вы скажете с приводу едованной соли? Чи корисніша вона? Очень полезно. Оливковое масло не жалеем. Значит, оливковое масло тоже очень... диетология является продуктом номер один во всем мире, потому что намного оно легче усваивается, намного больше ненасыщенных жирных кислот, чем, скажем, в нашей любимой сонечниковой оливе. Хотя это тоже дело вкуса, и лишь бы был хороший, качественный и свежий продукт. Mm-hmm. Тоже очень важно, чтобы это прожарилось таким образом, чтобы все было ровненько. Да, мы не зря же старались так. Mm-hmm. Нарезала я. Да, нарізали. Так подріботіла, що такі тоненькі будуть зовсім, мабуть. Взагалі так. Зараз питання дієтології, так і дієт дуже актуальне, особливо серед жінок. Всі прагнуть схуднути, всі прагнуть виглядати неймовірно красиво. Чи цей салат підходить для тих, хто хоче схуднути, для тих, хто слідкує за своєю вагою? Він підходить для тих, хто слідкує за вагою. Ну, насчет схуднути, здесь ми беремо печеночку гуся. Ага. І поэтому я думаю, что нет, таким салатом часто лучше кормить мужчин таким салатом. Для тих, хто намагається схуднути, те ж саме, але без печивки. А, да, абсолютно правильно. Это, кстати, очень вкусно получается эти овощи. Мы как-то с мужем отдыхали в этом году в Италии. И вот, ну, как бы в нашей украинской кухне, да, мы все эти овощи жарим и делаем соты, и все вместе как бы их выжариваем. Там, ну, у каждой хозяйки свой рецепт, но тем не менее мы их совмещаем. А вот там мне понравилось, что они приготовлены каждый отдельно. Мы его еще и вымакиваем, чтобы вот эти вот остатки... На серветку, да? Да, на полотенечко. Потому что остатки этого масла, ну, они нам как бы не нужны. Угу. Цікавий дуже рецепт. А що ще потрібно вживати для здорового самопочуття? От такі продукти, які необхідно кожного дня вживати. Ну, знаєте, давайте почнемо з того, що не можна общий рецепт дати вот всім, хто нас смотрить, дітки, ясельна група, школьники, пенсіонери, одного рецепта дати не можна. Но що можна сказати, починаю о питанні, щоби я прежде всего сказала, що питання починається с употребления достаточного количества хорошей воды. Угу. Вот. И это уже догма, это уже, у тебя лучше получилось, моя ты девочка. Это уже догма, которая не оспаривается никем в мире, что нормальному человеку в день необходимо... Этот не получился, да? В день необходимо выпивать 30 миллилитров воды на 1 килограмм веса. Угу. То есть, если это, скажем, крупный мужчина 100 килограмм, ему надо 3 литра. Соответственно, каждый считает на свой, ну, на твои 40. Это не 40, это же приемный комплимент. Это литр 200, да? Но начинать утро, начинать день надо с того, что выпивать обязательно стакан хорошей воды. Мы когда чистим зубы, да, мы убираем, улучшаем микрофлору полости рта, но надо помнить, что за ночь такое же количество продуктов жизнедеятельности, слизистой, всего кишечника по ходу восприятия нашей пищи. И вот для того, чтобы и облегчить пищеварение, и для того, чтобы, ну, чтобы это было правильно, надо выпивать стакан воды.
Затем там красить глаза, бриться, там что такое. И только потом можно завтракать. Ну, если говорить обо мне, я не завтракаю. И, то есть кофе и кусочек сыра – это весь завтрак. А если говорить о теориях, которые существуют в медицине последние, то на самом деле вот завтрак съешь сам, обед там поделись с другом. Вот уже отстает эта теория, потому что говорят, что биологические часы пищеварительного тракта максимально работают с 12 до 6. Угу. То есть вот этот второй завтрак или большой завтрак в 12 часов и обед, как называется, ну, скажем, в Европе это называется обед, у нас это уже полдник или как, но неважно, как в зависимости от вашей работы и так далее, выбрать для себя время, но тем не менее завтрак должен быть очень легким на уровне там чая, кофе и какого-нибудь фрукта. Затем в 12 можно хорошо покушать, и последний прием пищи должен быть в 5 часов. По 5? И, да, в 5, даже уже не 6, не 7. А якщо дуже хочеться їсти, ну, о 9, ти працюєш до 6, поки доїхала додому, о 9 тобі хочеться знову їсти, і от не можеш заснути. От що робити в такій ситуації? Значить, от смотрите, ну, якщо дуже хочеться, то не можна, значить, можна. Ага. Во-первых, так, во-вторых, что если так, мне еще следующее уже можно выкладывать. Во-вторых, нельзя. Надо попробовать обмануть желудок. Надо попробовать выпить побольше воды. Снова воды. Да, выпить воды. Ну, а если там уж очень хочется, ну, что такое самое низкокалорийное? Конечно, овощи. Конечно, вот такой салатик, если съедите, вы будете сыты, ну, наверное, без печени. Можно с креветками, кстати, делать. То вы будете сыты. И еще самое главное, вот я же еще самого главного не сказала, что в современной теории диетологии они приверженцы раздельного питания. То есть вот здесь тоже очень глубокий философский, физиологический смысл, что для расщепления белков, углеводов и фруктозы, лактозы, все, что есть в продуктах, необходимы принципиально разные ферменты. Угу. И если мы будем употреблять вот, одновременно, скажем, углеводы и белки, то печень, поджелудочная железа, ну, весь желудочно-кишечный тракт так вот как бы в маленьком трансе. А что начали расщеплять? Белки, жиры, да, какие выбрасывать ферменты. И поэтому, если в один прием пищи употреблять белки и овощи, то поджелудочная железа, печень чувствует себя великолепно, им комфортно, расщепляет этот фермент, он уходит в энергию, а не уходит в дополнительные жиры, бока и так далее. А если хочется углеводов, через 2 часа, пожалуйста, вы можете поесть углеводы с овощами. Другими словами, все очень просто и очень понятно. Овощи и фрукты можно есть с любым видом, еды. Можно есть с белками, через 2 часа можно их же есть с углеводами. Если мы делаем гарниры из риса под рыбу, кстати, как там наша рыба, сейчас посмотрим, это неправильно. Все-таки рыбу надо есть с овощами, и рис можна їсти з овощами. Сьогодні в нас буде такий дуже, хотіли зробити дуже корисний гарнір до риби, рис басматі. Він дуже корисний, його називають королем рису взагалі, довгої форми. Сьогодні він представлений торговою маркою «Добра хата» в нас. І він корисний сам по собі, але не з рибою, я так розумію, так? Да. Очень-очень-очень полезний продукт. Це основний продукт питання на Востокі, це основний продукт питання в Китаї, в Індії, в Алжирі. Ну, в общем, замечательный. І якщо його... Вот сейчас мы жарим утиную печеночку. Угу. Она жарится очень быстро. Потом мне белый перчик и соль потом еще понадобится. Если мы его приготовим
как бы, вы мне, наверное, еще раз позовите, я покажу, как рис готовить. А, я готовила рис. Да, очень здорово, очень он вкусно получается, если вначале протушить овощи, ну, скажем, такие элементарные овощи, морковку, лук, меленько-меленько на дно этой кастрюльки на оливковом масле, и потом после этого забрасываем рис и заливаем кипятком, ну, в сочетании 2:1, это всем известно, да, и ставим на медленный-медленный огонь. Вот этот момент, когда мы в овощи забрасываем рис, еще не заливая водой, рис тянет из овощей все соки, и получается неимоверно вкусный рис. Где наша дощечка? Давайте сюда. Давайте сюда. Сейчас мы ее откроем, проверим. Она уже почти готова. Угу. Так, теперь мы приоткрываем фольгу, чтобы немножко ее подсушить. Нравится? Так, запахло даже смачно. Так, и правда, она будет очень вкусная. Так, еще буквально на 5 минут только. Вы зараз ее открыли, так, у фольги? Да, я открыла фольгу для того, чтобы нижний слой уже там великолепно прожарился. Теперь я немножко убираю температуру, так где-то 150-120, угу. И все. Теперь вот эти помидорчики буквально... Знаєте, так, щоб вони обваляли. Щодо води. Я зараз такий є дуже популярний рецепт серед жінок. Називається омолоджуюча вода, її так називають навіть. Заморожену воду вживати. Супер. Розкажіть про це. Що це таке за новшество? Ні, це не таке новшество. Как бы новшество – це завжди все нове, це добре забите старе. Значить, ми употребляємо, вона становиться структурованою, вона становиться по pH, вона підходить взагалі к pH організму, а в ній, якщо при правильній заморозці, всі елементи, які є ну, нехороші в воді, вони збираються в одному місці, все виключаємо. І вона взагалі самая лучшая, которая вот самая дорогая французская вода. Считайте, что если вы заморозите, вы получите вот эту вот минеральную воду. Значит, как просто делать? Вот я, как бы, у меня же всегда дефицит времени, да, и я вам рассказываю все, что делается очень быстро. Мы берем хорошую фильтрованную воду, затем ее ставим в морозилку. Как правило, это ставишь вечером, то есть на ночь, утром она уже готова. Мы вытаскиваем эту бутылочку из холодильника, совершенно промерзшую до самого, от горлышка до самого дна бутылка воды. Дальше мы ставим эту бутылку, ну, где-то так, возле мойки, в мойку там, куда мы ставим. Она тает от наружу к внутри. Ну, у нас руки чистые, да, давай тогда вот так вот руками выкладываем, давай вот эти все раскладываем. Дальше я выкладываю перчик, также половинку. Так, о воде. Что мы о воде? Что мы о воде? Она уже почти, да, она уже почти разморозилась, да? И вот внутри у нее остается такой стерженек, ну, который составляет там, я думаю, 1/5, там 1/8 содержимого этой бутылки. Значит, мы всю воду, кроме этого стерженька, сливаем, и она уже у нас готова к употреблению. А вот этот стерженек, он там сам по себе размораживается, и мы его выбрасываем. Потому что, ну, вот туда как бы подошло все плохое, да, все то, что нам не надо в воде, и мы это самое, так, это тоже тебе, а это мне, да, черечки мы так укладываем. Вот, и вот эту воду как бы пьем целый день. Вона діє як омолоджувальна чи просто така корисна? Ну, а что такое молодость? Это как раз и есть то, что человек употребляет только правильные продукты, правильно питается, не злоупотребляет, не имеет никаких вредных привычек. Вот такой человек долго остается молодым. Она просто очень полезна. А если полезна, значит, она параллельно и омолаживающий эффект. Знаете, в интернете просто много статей сейчас с приводу этой воды и там...
зроби себе молодшим на 10 років, випий там таку воду, зроби собі її. Ну, а чому ні? Ну, а може бути, та я таких опытів не маю, ну, і думаю, що дуже правильно. Взагалі-то навіть не думаю, що дуже правильно, однозначно. Угу. От, треба не полінитися, і коли к чому-то привикаєш, от у нас така печеночка, ну, хто любить, вона прожарена, середній степені прожарки, угу. Я думаю, що це вкусно. Ну, от, це все убираємо. Ага, так. Ну, наш теплий салат готовий, я так да. розумію. Да. Мы так заговорились, как здесь наша рыбка, ага. Да? Все, ну все, она великолепна, она замечательна, она очень вкусна. Лимончик трошки подсмажился, так? Да, дай мне, пожалуйста, ага. Дощечку. Он подсмажился. А самое главное, какая здесь вот внизу там вкусный такой сок великолепный. Ее можно подавать в красивом судочке, ее, потому что можно ее пока прикрыть, пока будут пробовать какой-то другой салат. Потом ее можно раскрыть. Вот так она готовится просто, нечего угу. делать. Дуже да? просто. Давайте, доки вона буде трошки остывать, да. так. Ми займаємося вже тірамісу. Вже хочеться дізнатися, як воно все ж таки готується. Говорять, що мастерство кулінара определяється по десерту. Починаємо ми з того, що викладаємо. А у нас кофе є? Кава? Да. Десь є, мабуть. Давайте ми приготуємо чашку крепкого кофе без угу. сахара. Угу. Для того, чтобы не нам потом... Любой, какой есть. Конечно, лучше нерощинный. В 150 раз лучше, без сравнения. Угу. И мне надо будет кофе. Дай, пожалуйста, нож. Угу. Маленький. Пидите? Да, нормально. Мы разбиваем яйца и очень стараемся, чтобы ни в коем случае белок не соединился с желтком. А нам потребны белки или желтки? А нам и то другое. Но угу. нам они нужны раздельно. Пожалуйста. Дуже цікаво. Да, я дальше. Дуже полюбляю тірамісу, але як воно готується, просто навіть не можу собі уявити. Зараз ми всі дізнаємося, як це робиться. Ну, елементарно просто. Ну, пусть мене, опять же, простят шеф-повари, там, у которых є свої рецепти. Угу. Ну, це такое достатньо простое. Домашні такі. Домашні. А тирамису, чи є корисним? Чи це ж солодощі? Ну, опять же таки, если просто поесть тирамису, не заедая котлеты, холодец, оливье, а потом еще тирамису. Если тирамису с хорошим чаем, то, конечно, как бы калорий очень много, но насчет пользы здесь все такое хорошее. Після п'ятої точно їсти його не потрібно? Точно, да. А вот на завтрак, угу. да, можно кусочек тирамису съесть на завтрак. Так, что робимо ну что, далі? Начинаем. Мы давайте взобьем белки. Ну вот так, как я уже сказала, для того, чтобы хорошо взбивались белки, да, надо добавить маленькую щепотку соли. Угу. Будем считать, что они готовы. Угу. Так, теперь, пожалуйста, давай так. Ты будешь держать миксер, а я буду добавлять сахар, для того, чтобы взбить желтки. Желтки, так? Да, мы сейчас будем взбивать желтки. Значит, и нельзя останавливаться. Давай, поехали. Не останавливайся. Втекай тебе зараз обляпаюсь. Нет. Все, держи. Молодец, еще это только начало. Так, теперь, а я добавляю, не выключай кнопочку, держи кнопочку. Я добавляю сахарную пудру. Так, все, держи. Получается? Да. Нормально? Только выходит. Так, добавлять 3 ложки этого самого, сахарной пудры. Це я так, так розумію, давай. Потрібно робити цю страву. Ну ні, якщо є комбайн, то взагалі, ага. вот, на всякий случай, ще половиночку. Якщо є комбайн, то взагалі це нічого з собою не представляє, тому що туди все сложив і він сам молотить. Сьогодні ті, хто не має комбайн, будуть знати, як приготувати цю страву без того. Ти знаєш що, можна навіть приготувати і венчиком просто взбиваю, ага. у кого навіть нету міксера, то от Юлія Висоцька, вона любить вже взбивати просто венчиком механічно. Давай. Буде за часом. Ну да, конечно. Угу. Поскольку у нас время ограничено, мы делаем вот так. Так, давай. Сейчас самый главный компонент тирамису – сыр маскарпоне. Это вообще самый вкусный итальянский сыр, и без него не готовится тирамису. Вы часто дивуете своего человека смачными стравами? Я стараюсь это делать каждые выходные, так как получается, что мы настолько много работаем оба, что дома у нас практически бывает только общий кофе и вечером ужин. Вот я еще
еще так сделаю. Я немножко сыра покладу сюда. Вот действительно, совершенно немножко. Если бы я не забыла сыр с плесенью, в оригинальном рецепте здесь кусочек сыра с плесенью. Я, это сама, получается, что дома мы только ужинаем, а поскольку ужин, я уже вам объяснила, что это вредно, и что это надо держаться в руках, чтобы ничего так не, это, много не съесть. Поэтому все мое, вся моя любовь к мужу, к детям, ко внукам, кулинарных, так сказать, шедеврах выходного дня проявляется, и поэтому, ну, как бы, да, мне намного больше нравится домашняя пища, нежели пища в ресторане. А как часто відвідуєте рестораны сам? Ну, тоже достаточно часто, слава Богу, потому что много друзей, много событий и много, ну, достаточно часто бываем. Ой, молодец, ви очень у тебя щось... хорошо получается. Да? Нет, мы должны сюда вбить. Вот этот вот весь. У нас сегодня справжня кухня, пекельна навіть, я б сказала. Да? Почему? Значит, все летит, як на кухні. А для тирамису еще очень классно, очень здорово. Необходимо итальянское печенье. Вот там есть тоже несколько разновидностей итальянского печенья. Все, хватит. Хватит. Спасибо. Більше не можу. Спасибо большое. Вашему чоловікові дуже пощастило з вами, така господиня. А яка взагалі його улюблена страва? От що ви так вражаєте його постійно цієї страви? Він не може від неї відмовитися? Ну, на самом деле, он любит, мені кажется, все, що я готовлю. Не докажеться. Сподіваємося, що так. Він любит холодец. Он очень любит борщ, он очень любит котлетки. Такие человеческие стравы. Да, ну рыбу тоже. Но очень-очень себя тормозит в еде. Даже, наверное, больше, чем я. Потому что он занимается спортом, всю жизнь занимался спортом. И как бы много овощей, фруктов. Вы знаете, что вот как бы европейские ученые, опять же такие диетологи, они говорят, что в рационе питания, ну и мы стараемся тоже, ну как бы в своей семье, и я всем своим друзьям и знакомым рекламирую, что овощи и фрукты должны занимать до 70% рациона. Белки 20% и углеводы только 10%. Вот сегодня я все делаю наоборот, из того, как бы надо. Теперь вот здесь мы сделали сыр с этими самыми желтками. Здесь мы сделали белки, проверяем. Как любой шеф-повар, должна не упасть пена. И теперь мы медленно, уже без миксера, ложечкой, давай, держи, мы вводим сюда белочки и вот делаем такую однородную смесь. Я никогда не думала, что можно миксерить в металлической посуде. Всегда считаю, что, такое низкое, да? Да, что должна быть керамика, но здесь мы немножко с тобой, как бы нас простят. Великие кулинары, что мы сделали это немножко неправильно, но тем не менее у нас все получилось. Если у вас дома есть высокий посуд, вам будет эта справа даваться легче в два раза. Да, а у кого вот, а у кого есть комбайн, который вот насадка для миксера, которая стоит вверху, это вообще 3 секунды, да, 3 секунды. Молодец, молодец, молодец. Так, мы это все перемешиваем, так? Да, да, да. Это чтобы оно было однородное, да, вот этих вот белочков, чтобы не было. Ну вот смотрите, как у нас здорово получился сыр, да, как он растворился. Как замечательно Юлечка взбила желтки. Ой, дякую, это приятно. Да. И комплименты. Теперь мы, вот еще, ну это уже такое тирамису замысловатое, но тем не менее, раз я это уже принесла, значит я делаю. Это карамелизированные яблоки. Ага. Вот карамелизированные яблоки. А вы сами? Конечно. Ну, если бы я здесь еще начала карамель делать, здесь бы такой стоял. Это, нам бы постоянно надо было включать вытяжку. Хотя на самом деле тоже ничего сложного. 3 минуты, и карамель тоже готов. Ну, вот я это уже заранее приготовила. Я выкладываю сюда карамелизированные яблочки. А как вы это сделали? Расскажи. На разогретую сковородку, на температуре, ну, вот максимальной, на 8 градусов, на
делении 8 на совершенно чистую, сухую сковородку. Бросаешь, ну вот для этого я брала 4 столовых ложки сахара, не пудры, а сахара. Угу. И вот этой вот замечательной вещью я еще поливаю. Значит, вы помните, что у нас там печенье, кофе без сахара, угу, холодный, охлажденный, которым мы намокали наше печенье замечательное. И дальше карамелизированные яблочки. И потом, когда вот проходит 1 минута, сахар начинает как бы поджигаться, но его должно, он должен быть распространен по всей сковородке, uh-huh, и он так быстро начинает приобретать такой приятный золотистый цвет. Быстро-быстро лопаточкой его перемешиваешь, да. Перемешиваешь. Mm-hmm. Потом туда доливаешь горячей водички, ну где-то так полстаканчика, и бросаешь яблочки. Ну, вот так я сделала яблочки, и потом еще сделала вот такие вот замечательные, ну, ягоды мороженые, да, они были мороженые, сейчас, конечно, их достать не это, и их тоже скарамелизировали. Угу. Вони також підуть сюди до терасу? Конечно. На початку нашої програми ми натерли це. Да, чуть они не забыли. Да, ну видиш, как она полезна нам і для риби, і для этого. Вот вона нас погукала, і ми... Да. А запах, слышишь, какой замечательный? Так, последнее, что мы выкладываем, вот эти, опять же, карамелизированные. Я думаю, что варенье здесь не подойдет. Что здесь подойдут свежие фрукты, особенно, наверное, хороша здесь малина и клубника. Вот, ну, в сезон, понятно, когда, да? Тогда можно и делать без этого, без карамели. А зимой, конечно, это должны быть тоже красиво карамелизированные, да? А как вкусно! А как здорово! Вот знаешь еще, что должна сказать? Что если это исключительно блюдо для взрослых и для мужчин, как бы так нацелено, да, то можно в кофе класть всякие ликеры, коньячок, чтобы тогда еще было и так. А если в расчете на детей, тогда, чтобы избежать сальмонеллеза, надо брать перепелиные яйца. Ну, их очень так посложнее от этого. Так, можно еще натереть шоколад сверху. Все, у шоколад. Нас есть чем натереть? Так, да, мы цедру ведь терли. Все, натираем. Слушайте, ну у нас получилось как настоящая Италия. Как настоящая итальянская. Я так волновалась о нем, потому что его я вот начала готовить совсем недавно. Все, что было до этого, было очень просто. А это, ну, правда красиво. Ну, вийшло дуже вправно. Я ще хотіла вам задати мільйон питань, але за процесом приготування ми ще не встигли. Давай. З приводу нетрадиційної медицини у клініці Motor Січ, це дуже популярний останнім часом метод. Що саме це означає, нетрадиційні методи? Знаєш, ми попытались в нашій клініці совместити всі новації мирової науки вместе со всеми самыми современными технологиями, которые существуют в Швейцарии, в Австрии, в Соединенных Штатах. То есть мы приобретаем брендовое оборудование и обучаем специалистов для работы на нем. Но вместе с тем, уникальность, наверное, нашего лечебного учреждения в том, что мы все традиционные методы, их называют нетрадиционными, на самом деле это традиционные для нашего народа. Народные методы. Мы их тоже широко внедряем, и с каждым годом больше и больше. И вот это замечательное сочетание, как тирамису. Здесь все такое. Замечательное сочетание новейших технологий и народных методов лечения, они дают потрясающий эффект. Много чего у нас есть. У нас есть ванны, у нас есть бишофит, у нас есть все виды массажа, у нас есть обертывание, у нас есть испанский плащ, у нас есть грязи, азокерит, аппликации, у нас есть пиявки, у нас есть озонотерапия. У нас есть все, что только может быть в такой замечательной клинике, каковой является наша. Самое тому, клиника Motor Січ є гордістю нашого Запорізького краю. І вона є, я так знаю, що за рейтингом потрапила до трійки краще в Україні. За недержавною формою власності. Ну, абсолютно правильно. Спасибо большое. На цій гарній ноті пропоную накривати на стіл. Давайте. Людмила Іванівна, дякуємо вам за участь у нашій програмі. Сьогодні я підкреслила для себе багато нового. Я гадаю, що запоріжанки, наші також господині,
з'ясували сьогодні і для себе визначили дуже багато цікавих рецептів. І я дякую вам за те, що ви зробили для нашого міста. Ми вами пишаємося і чекаємо на вас ще. Юлечка, ти все преувеличуєш. Я просто дуже старалась. Я робила це з настроєнням, я робила це від душі. Якщо я зробила щось не так, пусть мене простять шеф-повара. Но любую пищу треба готувати з хорошим настроєнням. Треба туди вкладати свою енергетику, і тоді вона піде на здоров'я. Я желаю всім отличного здоров'я. Я желаю всім всегда бути здоровими, всегда улыбаться, радоваться жизни, і вона буде відповідати вам той же радостю. Будьте здорові! Дякую вам ще раз, а ми з вами, наші шановні телеглядачі, зустрінемося вже наступного тижня. Ми разом із Людмилою Іванівною бажаємо вам смачного! Смачного! Запеченої риби. Форель поперчіть, посоліть, зверху покладіть цибулю, порізану кільцями та дольки лимона. Заверніть у фольгу і запікайте у духовці 20 хвилин. Для теплого салату дрібно поріжте кабачок, баклажан та солодкий перець. Окремо кожен обсмажте на оливковій олії на патильні та викладіть на серветку. Піджарте гусячу печінку, красиво розкладіть на тарілці, прикрасьте листям салату. А для приготування тірамісу у глибокий посуд виложіть італійське печиво, полити холодною кавою. Для крему відділіть білки від жовтків. Білки взбити до кремової маси. Жовтки змішайте з цукровою пудрою та сиром маскарпоне. Взбити. Далі приготованим кремом полити печиво. Поверх десерту посипте натертий шоколад та цедру лимона. А також виложіть карамелізовані ягоди. Вечеря готова! Смачного! Класного футболу ляснув ложкою по столу та й спитав, що за діла? Підманула, підвела. Ай, не буду готувати, ні до посуду ж тримати. Любиш борщ та дирони? Купи кухню для жони. Кухні Роко. Унікальна пропозиція. До кожної кухні будь-які меблі або техніка аж на 30% від вартості кухні у подарунок. Салон кухонь Роко. Перший поверх торгового центру, перший мебельний. Від вокзалу Запоріжжя 1 в напрямку дитячої залізниці. Плануєш свято на весь світ? Пишну вечерю чи обід? Потрібні крупи і локшина? Бо їсти хоче вся родина? Тоді крокуй у добру хату. У добрій хаті є багато продуктів українських. Ситних, медів і караваїв житніх. Півсотні страв на стіл зготуєш. І гостей щиро нагодуєш. Торгова марка «Добра хата». Ми завжди раді вас вітати. Гіпермаркети «Амстор» – це найзручніше місце для сімейних покупок. Найсвіжіші овочі, фрукти, молоко та м'ясо. Найсмачніший хліб власного виробництва. Найапетитніші ковбаса, риба та кондитерські вироби зроблені у власних цехах. Завжди вдало розташовані, гіпермаркети «Амстор» працюють, щоб зробити ваше життя смачніше. Мережа супермаркетів «Амстор». Ділаємо жизнь вкусніє. Партнер програми – торгова марка «Добра хата». Ми завжди раді вас вітати. Спонсор програми – кухні «Рокко». Любиш борщ та дируни? Купи кухню для жени.